Под номером 21. В целом, хотелось бы видеть больше желания борьбы и гораздо более крепкую, глубокую, полную хватку на протяжении всего защитного раздела. Собака неоднократно на фазах охраны кусает рукав. Собаке требуются две повторные команды на прекращение хватки. На заднем конвое проводник следует за уходящей вперед собакой и в результате оказывается практически около фигуранта. На фазах охраны хотелось бы, чтобы собака себя вела более доминантно, более решительно, не уходила навстречу приближающемуся проводнику и в целом больше доминировала. Оценка за задержание 36 баллов.